Добро пожаловать на просмотр видео. Вчера я выпустил видос касаемо скриншотов из грядущего обновления Motor Depot, в котором я упустил внимание 5 новых авто. Да, как-то так. Поэтому я решил выпустить вторую часть обзора новых скриншотов из грядущего обновления Motor Depot. Итак, на первом скриншоте я не заметил Ниву старого образца. В игре уже есть Нива, но она чуть новее. А также я упустил ГАЗ-24. Теперь в игре будет 6 Волк. Ну а самое интересное произошло на третьем скриншоте. Там из 4 новинок я назвал только одну, и то неправильно. Я сказал, что это ГАЗ-2402, а на самом деле это ГАЗ-2412. Вот так выглядит 2402, а так 2412. Разница есть. Я не заметил МАЗ, он тут виднее всех, первее всех, но был максимально проигнорен мной. Этот МАЗ новее того, что есть в игре. Прямиком за ним едет ИЖ-412-028. Он вроде как старее. Ну и совсем вдалеке виден КАВЗик на базе 53-го ГАЗа. В текущей версии КАВЗ на базе ГАЗа 3307. Вот как-то так. А что, даже веселее получилось. Уже второй день новостей по Motor Depot. Теперь с новинками точно все. Встретимся в следующем видео.